Одиночных ударов переходим к двойным. Их я тоже играю кистевой техникой. Ну, кистевой — это не значит, что вся кисть вот так вот участвует. А, как я уже говорил в разделе одиночных ударов, замок у нас здесь. Если мы зажмем всю кисть, получается, что замок будет вот тут. И так играть, естественно, неудобно. Поэтому, так как замок здесь, здесь палочка ходит свободно. И пальцы тоже являются направляющей своего рода палку, чтобы она не болталась. Вот. И все в комплексе работает, и кисть, и пальцы, значит, задействованы. Вот. И я играю кистевой техникой, может быть, даже потому, чтобы не зависеть от отскока, который на каждом барабане, ну, разный. На малом он один, на альтах он другой. Пластики тоже имеют значение. Двойные, с глицерином, одиночные, толстые, там, какие угодно, вплоть до убитых. Вот. Степень убитости пластика тоже мешает этому. Вот. Отскок разный, и вот чтобы себя оградить от такого богатого ассортимента отскоков, вот, я играю, значит, полностью кистевой техникой, мышечной, там, безотскоковой, так скажем. Вот. Она более управляемая в любых ситуациях. Вот. Это относится и к одиночным ударам, и к двойным. Позднее, значит, тройки, когда будем разбирать. Вот. А сейчас двойные удары. Единицы сыграны вот этим движением. Вот. Но если единицы играть этим движением неудобно, руку бьет, я его перевожу в более органичное для меня вот такое положение изнутри. Вот. Единицы играть неудобно, видимо, потому что между каждым ударом одинаковое расстояние, то двойки — это уже пунктир, 16-я, 8-я с точкой. И от двойки до двойки есть расстояние, за время которого рука успевает стабилизироваться, занять исходную позицию и без всякого биения вернуться для исполнения опять двойки. За то время, пока одна рука играет двойку, другая принимает исходное положение. Таким образом, руки не останавливаются и не ждут друг друга. То есть все находится в движении полностью. Это были двойки с акцентом на первую ноту. А вот двойки с акцентом на вторую ноту. На вторую ноту также является запунктиренным апдауном, только с внутренней стороны. Если двойки с акцентом на первую ноту помогают исполнению мелизматики, вот, ну, например, вот, то двойки с акцентом на вторую ноту помогает почувствовать и понять некоторые музыкальные направления. Например, стиль рок-н-ролл. Стиль свинг. То есть в данном примере он сыгран триолями, что первый пример, что второй. Вот. Ну, бывает, его играют немножко острее, там, особенно в медных темпах, ближе к написанию, как он нотируется, то есть 8-я с точкой, 16-я. Но сыграно все равно, что так, одним движением, то есть движение не изменяется. Thank you.
стиль фанк там или шаффл. Все эти стили основаны на триольной пульсации. Значит, ну, также бывает этим движением можно играть и 16 ноты. Помимо триольных пульсаций и квартольных существуют такие пульсации, как квинтольная, септольная. Уже игра в этих пульсациях мной опробирована уже там лет 20 назад и с успехом пользуется по сей день. Вот, привносит в музыку такую краску, неожиданность, потому что сама пульсация неожиданная и непривычная. Вот. Но просто пульсация, это ничего не значит. То есть количество нот, группа нот определенная, она встречалась и в классике, там и 13 нот, там, и там, 19 нот на долю. Вот. Это называется группировка нот. А сама пульсация и игра в ней, то есть хочется отдельно это сказать, что, допустим, вот пульсация квинтольная. Вот. Это просто квинтоли. Но ведь в них можно играть, импровизировать, ломать. То есть вот следующий пример как раз иллюстрирует вот это. Значит, там и брек есть, и значит, сам рисунок. Послушайте, как он звучит. Ну, вот. Все примеры данные, они записаны для облегчения понимания на двухдольном размере или четырехдольном. И этот пример не исключение. Как вы видели, все эти движения придают музыке выразительность. Вот. А выразительность — это еще один синоним к словам кач, движуха, там, свинг и все эти определения. Вот. И эти движения, а хочу опять повторить, значит, еще раз повториться, что все они полноправные, и такое, и такое. И каждый из них нужно в данном конкретном случае. И именно одной объединяющей какой-то универсальной техники тоже нет.